Объясняю, как юрист конкретно. Первое. Не ходите в военкоматы сами. Держитесь от них подальше. Просто не приходите. Если вы явитесь туда по любым причинам, вам выдадут повестку и отправят на фронт принудительно. Если вам нужно явиться в военкомат для каких-то целей, отправьте туда лучше доверенное лицо. Доверенным лицом можно сделать любого человека, который не подлежит мобилизации. Второе. Основанием для явки в военкомат является только повестка, которая вручена надлежащим образом, лично в руки призывнику под роспись. Если повестку опустили в почтовый ящик или пришло уведомление на госуслугах, можно смело не реагировать. Но если вам под роспись все же вручили повестку, то за неявку грозит только административный штраф от 500 до 3000 рублей. Все. Уголовная ответственность по новым законам касается только тех, кто уже мобилизован. Поэтому правила очень простые. Не открывайте дверь, не отвечайте на звонки из военкоматов, ничего не подписывайте и никуда не являйтесь. Третий пункт. Если нет ни повестки, ни предписания, то лучше залечь на дно. Уезжайте, прячьтесь, меняйте место жительства. И боритесь против этого режима, который нас считает не за людей, а за пушечное мясо. Каждый сам выбирает свою форму протеста. Вы можете присоединиться к существующим или пойти своим путем. Я против войны.